урок. Этот звонок зовет нас смотреть самые классные новости 2-го В-класса. Здравствуйте! Мы начинаем! Сегодня вы узнаете, о чем думали наши ученики во время линейки 1 сентября. Когда появляется радуга, где делятся секретами наши ученики. И кто в классе самый меткий. Сентября в этом году было, скажем так, не очень солнечным, но праздник никто не отменял. Наоборот, учителя постарались сделать его особенным и ярким. Нам, второклассникам, было очень интересно танцевать вместе с веселой Фрекенбок. А еще во время линейки хотелось болтать без остановки. Мы ведь все лето не виделись. Ну, я думала, что я увижу своих одноклассников, они изменятся за целый год, что они будут хорошими друзьями, хорошие оценки получать будут. Очень хочется в школу, чтобы опять эти веселые перемены были. Я хотела быстрее зайти в класс, потому что у меня мерзли ноги, и хотелось быстрее сесть за парту. Оказывается, наш класс превратился в фабрику звезд. В ней 34 звездочки из старого состава, но есть и 2 новичка – гимнастка Соня и шахматистка Аня. Девочки, внимательно слушайте и запоминайте, какие кабинеты есть в нашей 4-й гимназии. Библиотека. На третьем. Раздевалка. На первом. Кафе-мороженое. На первом. Нет, может быть, когда-нибудь появится. Кстати, о сладостях. Родители приготовили для нас сюрприз. Печенье с предсказаниями. И мне попалось самое время налаживать рабочие контакты. Мне попалось предсказание, то, что не бойся учиться сам и просвещать тех, кто в этом нуждается. Этот праздник мы запомним надолго, ведь каждый забрал домой звездочку, которая может исполнять желание. Лично у меня она висит дома на самом видном месте. Говорят, в каждой школе есть свой тайный кабинет. 4-й гимназия – это кабинет директора здесь. Там есть 2 двери, туда так просто не проберешься. А у нас в классе есть волшебная парта. Под ней хорошо делиться новостями и секретами. Я сегодня дома забыл дневник, только никому. Мой кролик вчера так много съел, что он превратился в обжору. Представляете, я сегодня прочитал книжку и узнал, что главная река Америки называется Миссисипи. Я в субботу ходил к другу на день рождения в батутный центр. Я сегодня так боялась опоздать в школу, что рано проснулась и разбудила папу и маму. А я наоборот проспал 2 дня подряд. Я вчера кушала дыню без косточек. Представляете, я так выросла, что не помещаюсь под эту парту. Знаменитую фразу «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Правильно, ее учат для того, чтобы запоминать расположение цветов в радуге. Но также есть и другая фраза: «Карл отдал Жаклин заколку, Габриэлу шил футболку». А вот нам, чтобы запомнить все цвета радуги, никаких фраз придумывать не надо. А все потому, что мы недавно с классом побывали в Радужном королевстве. Вот только в этом радужном королевстве сначала было совсем не весело, ведь его жители, разноцветные короли, переругались и разучились делать чудеса. Ученикам 2-го В-класса предстояло их помирить. Желтую – королеву сказок. Ребята научились сочинять волшебные истории. Жил-был зайчик. У него было 6 братьев и 6 сестер. Они жили богато и очень-очень счастливо. Красной королеве мальчики и девочки помогли сделать волшебные палочки. Синюю научили готовить. Чтобы добраться до каждого королевства, надо было пройти множество испытаний. Например, пролезть через паутину. Конечно, в финале все короли помирились. В небе заблестела радуга, и веселью не было предела.
Каждый день в школе не похож на другой. Иногда нам всем весело. Иногда страшно. Иногда грустно. Но весело все же чаще. Поэтому мы и открываем рубрику «Непридуманные истории». Татьяна Семеновна скоро научит играть в игру «Снайпер». Надо очень метко стрелять, попадать в противника. Или что ты можешь сказать? А я уже снайпер, могу мусор в ведро бросать. Ну это не по тебе, Илюша. На сегодня это все. А в следующем выпуске мы расскажем, кто приходит в школу раньше всех. Не пропустите!